Барановская рассказала о пьяных дебошах в самолете. 14 марта 2020 года фестиваль «Жара» впервые пройдет в Сочи на курорте «Красная поляна». Гостей ожидает грандиозное шоу с выступлением популярных российских исполнителей. Споют Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Эмиль, Егор Крид, Сивай Го, Глюкоза, Жасмин и другие. Одной из ведущих станет Юлия Барановская. Корреспондент Дни.ру встретился с ней на пре-парте фестиваля. В последнее время то и дело появляются новости о том, что какой-то артист напился в самолете, другой устроил пьяный дебош, а третьего и вовсе пришлось усмирять полиции. Проблема усугубляется тем, что скрыть это невозможно. У каждого сидящего рядом пассажира в руке есть телефон с камерой, и компрометирующие записи тут же попадают в сеть. «Я с авиадебоширами, к счастью, не сталкивалась пока», — призналась Юлия Барановская. «Мне в самолете вообще нет дела до окружающих. Волнует только мое место, вещи, дети рядом и чтобы вкусно покормили». Смеется. «Каждый раз думаю, что надо из дома брать сушки или печенье, потому что в аэропорту безумные цены на еду. Я сама, конечно же, и не бухаю, не дебоширю», — смеется Юлия Барановская. «А немного выпить могу только в тех самолетах и классах обслуживания, где точно знаю, что никто не снимет и не сольет потом в интернет». На фестивале «Жара» в Сочи Юлия Барановская будет работать с Константином Тарасюком, но и он признался, что всегда следит за своим поведением, и увидеть его пьяным или скандалищем в самолете просто невозможно. «Он уверен, что знаменитые люди должны являть собой пример для подражания, поэтому всегда обязаны быть на высоте». Напомним, что недавно актрису Лидию Вележеву сотрудники полиции под руки вывели с рейса за непристойное поведение и оскорбление других. Она, по словам очевидцев, кричала на борту: «Я актриса, а вы плебей». В самолетах в разное время также отличались Максим Аверин, Александр Панкратов, Черный, Алексей Панин, Дмитрий Дюжев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Что сделала со своим лицом Бубастик Ирина Безрукова? Изменившаяся Пугачева успела дать интервью перед изгнанием. Критическая ситуация. Актриса с четвертой стадии рака боится за мужа. Антирейтинг зашкаливает. Собчак разнесли за позорный провал на Первом канале. Виноват Лукашенко. Названа причина судьбоносного решения Путина. И многое другое.